Не утихают споры относительно переименования главного проспекта в областном центре. Масло в огонь подлил приезд Петра Шереметьева. Граф приехал в Иваново на пару дней. Посетил концерт питерского композитора, встретился с общественностью, побывал на воскресной литургии в Казанском храме, где причастился и исповедался. После литургии на ограде храма установили мемориальную доску, объясняющую, в честь кого вновь переименован Шереметьевский проспект. Приняв пафосное действие за акт политической игры, коммунисты выступили серией одиночных пикетов возле ограды храма. Шереметьев стал разменной фигурой, и мы хотим ему показать, что здесь его не все ждут и все любят. И все хотят здесь видеть проспект его именем. Потому что сам назван проспект не в честь его, например, а в честь рода Шереметьевых. А род сам Шереметьевых знает и темные страницы своего прошлого. Потомок знаменитого рода о прошлом не вспоминал. Он благодарил жителей города за оказанную честь и сказал, что очень рад тому, что проспект вновь приобрел историческое название. Петр Шереметьев также выразил надежду, что горожане на одном переименовании не остановятся. Я хочу поблагодарить всех тех, которые в Иваново приняли участие в переименовании этого проспекта. Большая Шереметьевская существовала сотни лет до революции, можно сказать, минимум 200 лет. Желаю всем ивановцам много-много радостей, украшения города, переименования самого города в Иваново-Вознесенск. Мне было бы это страшно радостно. Это будет будущий этап. Не заметить акцию коммунистов граф не мог и очень огорчился по поводу того, что его практически выгоняют из России. Как можно говорить: Шереметьев, убирайся в Париж, я этого никогда не пойму. Вероятно, они немножко одурели. И я себя буду держать прямо перед такими словами, прямо и продолжать свое дело. Не вступая в прямой диалог с Петром Шереметьевым, пикетчики все-таки уточнили, что они совсем не против самого графа. Пикет не против графа и приезда графа Шереметьева в наш город, установки этой мемориальной таблички, а против подхода властей Иваново к переименованию проспекта, когда они переименовали, не спросив граждан, а теперь используют старого графа в своих играх. Они, понимая, что он стал сейчас разменной пешкой, марионеткой в их руках, пригласили сюда и теперь заявляют, что наконец-то проспект Энгельса получил приличное название. Во время этой акции каждый был занят своим делом. Коммунисты пикетировали, граф открывал мемориальную доску, прохожие и вовсе не обращали внимания на происходящее. Но Шереметьево-Шереметьевское все-таки воздали. Анастасия Николаева, Артем Алиев, РТВ Иваново.